О, хватит, хватит. Все, достаточно. Не знаешь, где Костя? Он сегодня дом не ночевал. Наконец-то. Что ты переживаешь? Никуда он не денется. Загулял, наверное, за же поэтессой, и слава богу. А то ухаживает, ухаживает, и все без толку. Как она еще светиться не начала от его бесконечных рыбных подношений. Вот тебе посмеяться, а я всю ночь не спала. Господи, свалил уже этот ПТС нам на голову. Ну эти вот, чего он в ней нашел? Зря ты так, мам. ПТС, конечно, может и странноватая, только мне кажется, у них все серьезно. Да вижу я, что серьезно, а мне-то что теперь делать? А ты полюби ее. И не дави на Костю. Может, это его судьба? Что ты из меня монстра делаешь? Что я? Я тоже хочу, чтобы мой сын был счастлив. Ой, не воевай же мне с любовью. Я же не сумасшедший. Да, повезло малому. Любовь-то вам не какая-нибудь босанова. Погоди-ка, сынок. Сядь-ка. Я вот тебе что хотела сказать. Я была не права. Ты? Да. Все эти годы я была не права. Ну, все пыталась тебя переделать. Очень мне хотелось, чтобы ты был похож на мужчин нашей семьи. А теперь вот вижу, нельзя человека втиснуть в чужой костюм, даже если это твой собственный сын. Ой, мама, так и тянет спросить, в чем подвох. Да нет тут никакого подвоха. Если хочешь уехать, хочешь уехать. Вот, уезжай. Я тебя, сыночек, отпускаю. Живи, как тебе нравится. И будь ты хоть этим бродячим музыкантом. А я тебе и денег дам на новую гитару. Может, ты там женщину какую хорошую встретишь. Наконец-то, которая тебя полюбит всем сердцем. Которую ты полюбишь. Вот. Мам, ты со мной так никогда не говорила. Не говорила, сыночка. И очень об этом жалею. Ну, никогда ж не поздно начать-то. Никит, будешь еще блинчик? Нет, спасибо, я уже ел, но было очень вкусно. А мне можно? Да? Никогда таких вкусных блинчиков не ел. Знаешь, а я в детстве ведь хотела стать поваром, представляешь? А ты кем хочешь стать? Я? Я хочу стать летчиком. Серьезно? Ну, тогда у меня для тебя есть сюрприз. Ивушка, привет. Ну что, ты всю ночь писала стихи под шум прибоя? Я сегодня ничего не писала. А чего так? Ничего. Я потом расскажу. Блинчик возьму, очень вкусно пахнет. А мы сегодня уезжаем. Надолго? До вечера. Поедем разбирать архивы бабушки. А про сюрприз не забыли? Не забыли, не забыли. Ну, что ж, спасибо. И вам. Благодарю вас за идею с клиникой. Отличная мысль. Ну что, пойдем? Давай вот так. Вот это и это, Михалычу. Вот эти два Гаспаряну. Ну, а это давай заморозим. Хорошо. Мама, я женюсь. Что я говорил? Да, и как бы ты ни возражала, своего решения я не изменю. А что ты решил, что я буду возражать? Ну, наверное, потому что знает, модные столичные поэтессы не очень котируются в греческой свекрови. Дурак ты, братан! Да мне плевать, поэтесса она или штукатур. Я ее люблю, и мне все равно, чем она занимается. Не, нет уж, сыночек дорогой, это тебе не может быть вот так все равно. Ты должен понимать. На ком ты женишься? Если уж выбрал жены орхидею, не заставляй ее все время изображать из себя редиску. Это сейчас что было? Как видишь, сегодня день великих открытий, братец. Да, ты не спишь. Могу тебя даже ущипнуть для полной ясности. Пора уходить! Ну что ты? Где ты там? Да идите уже без нас! Слышь, Ромео, давай помогай. Вот эту на заморозку, эту
Гаспарян. Мир, где ты со мною, чайки над волною, капли в розовых бутонах. Там летает ветер, там смеются дети. Мир прекрасный и влюбленный. Теплым ветром ко мне возвращайся, в наше море веселого счастья. В день, когда ты ко мне постучался, я поверила, это судьба. Теплым ветром ко мне возвращайся, в наше море веселого счастья. В день, когда ты ко мне постучался, я поверила, это судьба. Я поверила, это судьба. Собирайся, Ива, пойдем в магазин. А то у нас в холодильнике мышь повесилась. Нет, Сашенька, у меня сегодня никак не получается. Совершенно не магазинное настроение. А потом вечером Костя рыбу принесет. Сосед-рыбак – это, конечно, замечательно, но нужно же и совесть иметь. Давай завтра сходим, правда. Я сейчас ни о чем таком не могу думать. Понимаешь? Костя сделал мне предложение, Саш. Ну, этого и следовало ожидать. Да, наверное, да. Только я совершенно не понимаю, что он во мне нашел. Как так получилось? Ох, Ива, просто Костя тот замечательный человек, который смог оценить твою искренность. И это тем более удивительно, потому что обычно мужчины не только не ценят ее, они ее пугаются. Ладно, ни радости, ни печали, ни повод сидеть голодными. Пойдем за продуктами. Иди домой, ты же не спал всю ночь. Да мне все равно не спится. Понимаю. Если бы я женился на такой штучке, я бы тоже потерял покой и сон. Вот что ты опять начинаешь, а? Да я шучу, не заводись. Ты мне лучше скажи, когда свадьба, чтобы я не пропустил такое важное событие. Ты не пропустишь. Вообще-то я уезжаю завтра, поэтому ты мне лучше заранее сообщи, чтобы я успел приехать. 100 раз успеешь. Мы дату еще не назначали. На свадьбу деньги нужны, а в этом году сезон, сам видишь, так себе. А у матери я денег брать не хочу. Я пришлю тебе, как только заработаю. С чего это ради? Ну, забыл. Я ж тебе должен за лодку, которая тут так славно полыхала. Брось, ты ничего мне не должен. Это наша общая лодка. Нет уж, братец, извини, это дело принципа. И ты знаешь, что со мной спорить бесполезно. Какие тяжелые. Сколько же полезной информации хранила твоя бабушка. Да, бабушка была ого-го. Пойдем, Никита. Никита! Мама! Мамочка! Здравствуй, сынок. Как ты вырос? Я дома буду. Откуда ты здесь? Что тебе нужно? Мы что, на улице будем разговаривать? Может, хотя бы до кафе доедем? О чем нам с тобой разговаривать? Па, поехали с мамой. Ладно, поехали. Только ненадолго.
Ну вот и все. Мое счастье длилось ровно 18 часов. Ничего подобного. Зачем ты сразу о плохом думаешь? Она же предательница. Самая настоящая. Ты бы видела, в каком он настроении был. Сейчас Андрей ее выгонит, сразу приедет к тебе, я уверена. Кажется, я вам не говорила, но моя мать тоже бросила нас с отцом и уехала. Если бы вы знали, сколько раз я мечтала, что она вернется, что мы с папой ее простим и снова будем все вместе. Да разве можно такое прощать? Можно. Еще и не такое можно простить. Аня, подумай сейчас об этом мальчике, о Никите. Ты представляешь, сколько он страдал без матери? Я только об этом и думаю, Саша. Я прекрасно понимаю, что будущего у меня с Андреем нет. Он не может без своего сына, а сыну нужна родная мать. Ну что, посмотрим, такой ли уж твой друг компьютерный бог, как ты говоришь. Саша, приходите ко мне как можно скорее. Я вас жду. Молодец. А я что говорил? Бомба замедленного действия. Теперь все ясно. Совершено хищение. Деньги вкладчиков вывели за рубеж. Банк на грани банкротства. И что, вы собираетесь делать с этой информацией? Мне нужно ехать в Москву, рассказать обо всем Сидору. Может быть, для начала стоит ему позвонить? Нет, такие вопросы по телефону не обсуждаются. Хорошо, тогда я сегодня закажу билеты. Почему билеты, а не билет? Потому что я не собираюсь вас отпускать одну в эту поездку. Саша, даже не спорьте, я лечу с вами. У меня в Москве остались очень серьезные связи на высоком уровне. А чтобы я для вас не казался обузой, с нами третьим поедет Гоша. Так что давайте ваши паспортные данные для билетов. Идите, собирайте вещи. Ань, я хотел тебе сказать, ну, ты сама все видела, моя жена вернулась. Понимаешь, она навсегда вернулась. Я не знаю, как... Никита, он очень обрадовался. Андрюш, не мучайся, правда. Все нормально, я все понимаю. И ты правильное решение принял. Мы завтра уедем отсюда. Ты извини меня. Ты замечательная, но я не могу по-другому. Я все понимаю. Участливо, Андрюш, жди. Ничего. Мы отмечаем мою традиционно неудавшуюся личную жизнь и удачную помолвку Ивки. Да, все. Ну, целых два повода, так недолго и спится. Это точно. А скажи, пожалуйста, а ты в каком лагере? С удачницами или со мной? А я как-то обезьяна, мне хоть разорвись. Да? Слушай, не переживай, если ты разорвешься, я сошью тебя заново. Все, все, Ивке больше не наливать. Слушай, ты какая-то загадочная, темнишь что-то, да? Ничего от тебя не скроешь. Мы с Черчиллем открыли флешку. Там. Что там спрятано? Я пока ничего не могу вам сказать, но завтра утром мы летим в Москву. Как только я вернусь, вы сразу же обо всем будете знать. Все,
Я знаю. Лучший способ забыть чужие тайны и свои беды. Это рюмочка наливочки. Так, тебе чуть-чуть, уже все готовенькое. Так, давай, давайте за нас. Ура. Я вспомнила, что тетя Бася рекомендовала пить эту наливку пол рюмки с чаем. Ты представляешь? Если бы я вспомнила, что вот так вот может быть плохо, я бы лучше умерла. Погоди, погоди, я сейчас бульончик поставила варить. Борща сделаю. Знаешь, как прям сразу полегчает. Ань, мне так плохо. Правда, я не шучу. Я лучше водички. Водички? Водички. Слушай, ну что вы за поколение такое дохлое какое-то, а? То ли дело мы как-то покрепче, что ли. Хотя, знаешь, мне тоже с глазами так себе. Все, я поехала. Саженька, ты точно вернешься? Нам будет тебя очень не хватать. При условии, если я выживу, конечно. Ну, конечно, вернусь. 3 дня, максимум 5. Мы снова будем вместе. У меня же здесь еще важное дело. Ива, помнишь, что ты сказала про судьбу? Да про что она только не говорила? Нет, нет. То, что мы выжили в той аварии, для чего-то очень важного. Да? А, ну да. Я думаю, ты была права. Костя с рыбой, наверное. Вадим? Я ничего не понимаю. Я видела видео, в котором ты взорвался в своей машине. Угу. Потом Сидор сообщил мне, что тебя похоронили. Ты ничего не хочешь мне объяснить? Очень хочу. Только имей в виду, что я открыла твою флешку. Я знаю обо всех твоих махинациях, поэтому даже не вздумай мне врать. Да я и не собирался. Сашенька, это очень длинная история. Я тебе ее с удовольствием расскажу по пути в аэропорт, куда мы сейчас поедем. Мы находимся в опасности. Пойдем. Нет такой длинной истории, которую нельзя рассказать коротко. Я не сдвинусь с места, пока ты мне все не объяснишь. Ты ведь меня знаешь. Знаю. Сашенька, только учти, что все это я делаю только ради нас с тобой. Чтобы мы жили счастливо, свободно и желательно подальше от этой страны. Неужели ты думаешь, что Сидор был не в курсе? Ну, разумеется, мы с ним сделали всю эту махинацию. Когда ты уехала в Иркутск оформлять наследство. Потом я тебя сразу привез сюда, в Крым. То есть вы боялись, что я вас разоблачу? Ну, разумеется. А как же взрыв? А что взрыв? Мы тоже его сделали. Ну, хотели повесить на меня все грехи. Какой спрос покойник. Но потом Сидор стал как-то нервно себя вести, дергался постоянно. Я решил все сделать сам. Мне показалось, что вместо мнимого моего убийства он совершит настоящее. Потом я перекинул деньги на другой счет и сам взорвал свою машину. Вор у вора украл дубинку? Потрясающе! А как же тот человек, который взорвался вместо тебя? Да бомж это был, бомж. Сашенька. Если бы ты меня дождалась там, где я тебя оставил, мы уже давным-давно были в другом месте. Я не понимаю, почему ты уехал. Не понимаю. Я тебя искал, искал и... Скорее всего, засветился. Теперь Сидор знает, что я жив, и будет тебя использовать как живца. Ты понимаешь это? Я понимаю. Имей в виду, я никуда с тобой не поеду. Я пойду в полицию и сообщу обо всех твоих махинациях. Ты с ума сошла? И единственное, что я могу для тебя сделать, это позволить тебе уехать, если у тебя получится. Ты можешь начать новую жизнь на Каймановых островах или еще где ты хочешь.
Ты придумаешь новую аферу и заработаешь новый миллион. Почему новый? Потому что все твои деньги я перевела на другой счет, где ни ты, ни Сидор не сможете их достать. Нет. Ты же не могла этого сделать. Ты не могла это сделать. Могла. Убирайся, или я вызову полицию. Будь осторожен. Когда тебя возьмут, защитить-то будет некому. Неужели ты прямо сейчас возьмешь и уедешь? Ты ведь даже билет еще не купил. Да, билет не проблема, в аэропорту возьму. Я уже позвонил своим друзьям. Сваливать надо, пока мать не передумала. Да она не передумает. Она просила тебе на прощение передать, но сама как-то засмущалась. Даже я так и не сохранил. А она сохранила. Сказала, пусть теперь будет у тебя, может, удача принесет. Не знал, что для нее это так важно. Это было твое первое выступление в нашем клубе. Я тогда чуть от гордости не лопнул. Да. Какой же я был идиот. Да брось ты. Ты еще сам не знаешь какой ты. Иди, изучай. Спасибо тебе. Давай, дорогой. Сереж. Саша, милая, я понимаю, что тебе очень тяжело. Мне нужно ехать, иначе эта история никогда не закончится. Успокойся. Успокойся, пожалуйста. Доктор, ну что? Все в порядке. Операция прошла нормально. Но пришлось удалить селезенку и часть печени. Не волнуйтесь, без селезенки люди доживают до глубокой старости, а печень имеет свойство восстанавливаться. Кроме этого, у вашего сына сломано два ребра и повреждено легкое. Но организм молодой, крепкий, вполне справится. Можно мне к нему? Сегодня нет, а вот завтра с утра приезжайте, пропуск я вам выпишу. А, да, хотел спросить, а что случилось? Как он так угодил под машину? Как будто нарочно. Он не угодил. Он человека спас. Он герой. Конечно, я наврала Вадиму про деньги, но как только вернулась домой, сразу же действительно перевела их с его счета на другой счет. Это просто чудо, что он сам этого не сделал, когда не обнаружил вас в гостинице. Я думаю, что он мне доверял. И я бы никогда не поверила в то, что он может убить человека, если бы он сам мне в этом не признался. Чисто теоретически его можно понять. Он не мог устроить свою смерть иначе. Например, оставить одежду на берегу и изобразить, что утонул. Отсутствие тела вызвало бы множество подозрений у того же Сидора. А тут все было чисто. Да, только все очень грязно. Прошу прощения за каламбур. Давайте решим, что мы будем делать с этими деньгами. Я готова перевести их сразу же, куда вы скажете. Но мне хотелось бы попросить небольшое вознаграждение. Все-таки вы очень странная девушка, Саша. Вторую неделю идет следствие, а я не устаю удивляться.
С вашими возможностями и знаниями банковской сферы вы настолько лихо могли бы замести следы, что в этом никто никогда не разобрался. И у вас на руках была бы вся сумма. А вместо этого вы пытаетесь выговорить какой-то бонус. Я не люблю незаработанного. Эти деньги я прошу не для себя. Они мне нужны для того, чтобы сделать капитальный ремонт одного детского дома на Черноморском побережье. Да. Такого я ни разу еще не слышал. Я попробую решить этот вопрос. Ничего себе. Ради такой красавицы стоило еще пару ребер сломать. Передай, пожалуйста, Александре, что я приятно поражен. Сам передашь. Они с Черчиллем сегодня к тебе вечером заедут. Я, конечно, в первый раз готовила рыбу по-гречески, но... мне кажется, получилось немножко вкусно. Ну почему опять рыба, а? У меня скоро от нее жабры вырастут. Ну, у меня же не выросли. Я бы в этом не был так уверен на твоем месте, брат. А что, пиццу нельзя было заказать? Или ее в этой деревне не готовят? Ну, как? Ой, да посмотри. Какой аромат, прелестно. Ну, молодец. Ой, молодец, ну, почти как у меня. Спасибо. Молодец, молодец. Как твоя мама, когда приезжает? Ой, завтра приезжает. А свадьбу мы решили следующей весной играть на Красную Горку. Если вы, конечно, не возражаете. Заодно у Ставроса все заживет, верно? Ну, подождите. Во-первых, я не собираюсь целый год лечиться здесь. Вот. И вообще, если меня отсюда не выпустят через пару дней, я клянусь, я сбегу по пожарной лестнице. Вы меня знаете. Зачем? Ты же разобьешься. Видишь ли, Ива, ребра не совесть. Заживут. Я решила свои личные проблемы, и теперь я хотела бы вплотную заняться опекунством. Я посмотрела список необходимых документов, и мне нужно с вами посоветоваться. Медкомиссию я легко пройду, но у меня есть две проблемы. Всего две? Вы счастливый человек. Первая проблема – это жилплощадь, которая находится в Иркутске. Я готова ее продать и купить жилье в Крыму, но на это потребуется время. А вы куда-то торопитесь? Да. Я хотела бы как можно скорее забрать детей домой. Знаете, это для нас, взрослых, время летит быстро и незаметно. А для детей каждый день – это целая жизнь. Понимаю. А какая вторая проблема? Вторая проблема – это работа, которой на данный момент у меня нет. Я готова устроиться в детский дом. Даже завхозом. Ведь Андрей уехал. Уехал. Но я не думаю, что эта должность заслуживает вашего внимания. Мне кажется, что вам больше подойдет мое кресло. Что? А что вы так удивляетесь? Насчет нашего детского дома стали поступать серьезные суммы с пометкой на ремонт. Но неужели вы всерьез думали, что до меня не дойдут слухи о том, как вы добыли эти деньги? Между прочим, эта история уже во всех коридорах отдела народного образования обсуждается. Я не предполагала, что это станет достоянием гласности. Но в наше время секретов не бывает. Так что я помогу вам решить вопрос о вашем назначении на мое место. Ну, если, конечно, вы согласны. Мне нужно подумать. Думайте. Но я уверена, что вы многое можете сделать на этом посту. Хотя, конечно, райских кущ оно вам не сулит. А я, уж простите меня за откровенность, выгорела на этой работе дотла. Все, больше не могу. Хочу уехать как можно дальше. Мне 40. Говорят, что в 40 лет жизнь только начинается. Хочу проверить. Вы меня сейчас просто поразили. Ну, не больше, чем вы меня. В общем, мы с вами выяснили. Проблема у вас только одна, жилищная. Решайте ее поскорее. Ну и, как говорится, милости просим. Thank you.
Здравствуйте, Анна Ивановна. Привет, Василек, как дела? Все в порядке. Позвольте, помогу. Да, пожалуйста. Угу. А вы как? Да голова у меня кругом, знаешь, от всех этих документов, то налоги, залоги, какие-то уставные капиталы, уставные документы. Мне вообще кажется, китайский язык проще выучить. Не понял. А ты не знаешь ничего? Ты помнишь, я хотела открыть частную клинику ради одного человека? Ну да, да, он же вроде того уехал. Уехал. И вот я подумала, почему мы, женщины, всегда все делаем ради мужиков. Толстеем, худеем, вообще не жрем, на каблуках на этих ковыляем, неудобных. Я подумала, открою я клинику ради себя. Думаешь, не получится? Да получится, конечно. Обязательно получится. А если что нужно, я все что угодно. Ой, мне бы только, знаешь, с документами бы с этим разобраться. А ты куда шел-то, Василек? Ну так, решил повидаться. Ты опять начинаешь? Тебе сказала, найди себе нормальную девушку. Да я нашел, я давно уже нашел. Я вас выбираю, Анна Ивановна. Выходите за меня замуж. Отстал бы ты от меня, Василек, а? Наелась я. Ну, выслушайте меня. Не хочу. Анна Ивановна, может, с виду я и Василек, а на деле я упрямый и настойчивый. В общем, теперь мне нужно срочно лететь в Иркутск. Я не знаю, когда я вернусь. Саша, ты не думаешь, что твой жилищный вопрос можно решить гораздо проще и быстрее? Да? У тебя есть какой-то план? Там есть идея. Мы с тобой заключаем брак, разумеется, фиктивный. Я прописываю тебя в этом доме, и ни одна комиссия не посмеет сказать, что этот дом недостаточно хорош для детей. Как тебе такая идея? Идея хорошая. Угу. Очень хорошая. Я согласна выйти за тебя замуж. Угу. Но мне несколько не нравится слово «фиктивный». Скажи, пожалуйста, ты не хочешь сделать мне настоящее предложение? Ты знаешь, то, что мы хотим, и то, что мы можем... Только вот, пожалуйста, не начинай сейчас про обузу и все остальное. Теперь ведь непонятно, кто из нас более невыгодная партия. Не забывай, скоро у меня появится двое детей. Как это теперь называется? Быть с прицепом? Ой, не говори такие гадости про детей, ты что? Я, например, был бы не против. Ну вот и будь. Сделай, наконец, мне предложение, которого я жду уже какой день. Саша, подумай еще раз. Я уже тебе говорил, что ты молодая, сильная женщина. А любовь — это не просто слияние двух душ. Я надеюсь, тебе не надо объяснять, каким образом решаются подобные проблемы. Ну что ж, по традиции повторим во второй раз. Знаешь, это кольцо моей прабабки. Оно не очень подходит для помолвки, но другого в этом доме нет. Да, и прости, я не смогу встать на колено. Ты не возражаешь, если я отвечу тебе завтра? Мне просто нужно подумать. Вот здесь, на этих камнях, закончила свою музыкальную жизнь одна из моих любимых гитар. Прямо здесь? Да. Могу себе представить ее предсмертный стон. Ты предупредил своих, что приезжаешь? Конечно. Я уверен, мама с утра с берега глаз не сводит. Стоит вон там, ждет меня. Я же всегда с той стороны приходил. А обо мне ты им сказал? Зачем?
чтобы лишить себя удовольствия увидеть, как они обалдеют? Ни за что. Тебе смешно, а я боюсь. Чего ты боишься? Ну, вдруг я им не понравлюсь. Женщина, которая согласилась стать женой такого бродяги, как я, и скоро подарит ему ребенка, всегда будет любимой его семьей. Хотя, если по правде, быть женой рыбака гораздо хуже. Хорошо, что они об этом не знают. Хорошо. Спасибо. Ой, так. Нам надо еще цветы вот здесь и вот здесь поставить. Не волнуйся ты так. Я все равно ужасно переживаю. Ты представляешь, в понедельник сюда уже придут первые пациенты. Ты столько лет людям добро делал. Неужели ты думаешь, они этого не помнят? Народ валом повалит. Да? Ну, конечно. Это новый этап, новая жизнь. Когда у нас уже начнется новый этап? Когда ты уже выйдешь за меня замуж? Не торопи меня, Василек. Я все свои решения в жизни принимала спонтанно, сгоряча, как будто без головы. Знаешь, ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому самое главное решение в своей жизни я хочу принять спокойно и уверенно. Я знаю, я подожду. Хорошо. Саша! Мы за тобой. А что, уже пора? Я совсем закрутилась. Нужно торопиться, а то мы на свадьбу опоздаем. А на свадьбу ты пойдешь в спецодежде? Я забыла про платье. Я теперь ничего не успею. А вот и нет. Ты все успеешь. Мы твоя принцессина платье сами тебя привезли. Что бы я без вас делала? Я быстро. Ждите меня здесь. Родные мои, минуточку внимания. Целый год. Моя жизнь неразрывно связана с этим потрясающим местом, с этим домом, с этим морем, с этим берегом. Вот. И не только моя, и Сашина, и Анина тоже. И я хочу поднять этот бокал за судьбу. За то, что она сохранила нам жизнь в той ужасной аварии и познакомила нас. И я надеюсь, она ни на секундочку не пожалела об этом, потому что жизнь каждой из нас изменилась навсегда. Да. И это прекрасно. Ура! Оставь в покое телефон. Прекрати дергаться. Тебе легко говорить, а у меня жена рожает. Почему именно сегодня? Врачи же еще 2 недели обещали. Да потому что все спаи, торопыги. Вон, радуйся за брата. Видишь ты, когда родится наша девочка. Почему девочка? Сын будет. А я говорю, девочка. Девочка! Подержи.
Алло. Музыку! У меня сын родился! Танцуем сердаки, грех не обрет!